Газпромнефть прокомментировали списание денег с карт клиентов Альфа-банка. Ситуацию ВЗС объяснили техническим сбоем. Напомню, десятки человек лишились своих средств после заправки автомобилей в этой сети. Держателям карт Альфа-банка при покупках на ЭЗС приходило СМС-сообщение о списании средств с карты. Затем из-за технического сбоя средства возвращались на счет владельца карты. Когда этот факт был обнаружен, вернувшиеся средства были списаны банком одним платежом с каждой карты. Сбой был выявлен только в отношении Альфа-банка. Сейчас, как заверили в пресс-службе АЗС, операции проходят в обычном режиме. Между тем, пострадавшие собирают подписи под коллективные жалобы в прокуратуру.